Я выиграл в лотерею новую «Волгу», но мне не нужна машина, мне нужны деньги. И я могу продать вам этот выигрышный лотерейный билет. Между двумя убийствами появилась везущая нить – лотерейный билет. Тот, кто подделывает эти билеты – настоящий гений. Криминальный гений. Я сделал фальшивый лотерейный билет вот этими вот руками. Его никто не смог отличить от настоящего. Он играл в азартные игры с государством. Ясно, что кто-то поставил подделку на поток. Но на его след вышел лучший сыщик Советского Союза. Если я не поймаю фальшивого билетчика, будут еще смерти. Вы знаете, кто он, но не знаете, где он. Ищут они. Посоветовали искать химика. Без специальных знаний такую краску не сделать. Сериал, основанный на реальных событиях. Мы забываем, что имеем дело с гением. А значит, решение, где спрятаться у Урсулова, совершенно гениальное. Ну вот все и сходится. Призвание. Премьера. С понедельника в 20:00 на НТВ.